6 советов Final Cut за 60 секунд. Если ты хочешь заменить клип на таймлинии любым клипом из браузера, выбери его с нужного момента, затем нажми Option плюс R. Это заменит клип, оставив его прежнюю длину. Хочешь добавить клипы на таймлайн и при этом исключить из них аудиодорожку, просто выбери клип, бери нужный отрезок, нажми Shift плюс 2. Когда добавишь этот кусок клипа, в нем будет отсутствовать аудио. Совет номер 3. Допустим, у тебя есть кусок клипа на Primary Storyline, и тебе нужно перенести его вниз, не сдвигая при этом основную монтажную линию. То нажми Command плюс Option плюс стрелка вниз, он переместится на новую основную таймлайн. Если ты хочешь разрезать наскось всю таймлайн, ставь скиммер в нужное место и сочетай клавиши Shift Command плюс B. Как видишь, это прорезало всю таймлинию, включая звуковую дорожку. Если нужно увеличить конкретный участок таймлинии, просто выдели его зажатой клавишей Z. Это увеличит тот участок, который ты выбрал. Если тебе нужно, чтобы клип на таймлинии был определенной длины, нажимай клавишу Command плюс B, вводи нужную длину, например, для секунды это 1.00 интер, и клип у тебя уменьшается до нужной длины. Это были 6 советов за 60 секунд.